Мы ведем прямой репортаж с места события. Уже ночь, 14 сентября, а у нас бассейн теплее, чем вот эта свечка. Какое горе, что я в номере забыла свой купальник. И меня уже... В принципе, меня не остановить. Я могу сейчас и без белья. Тырц-тырц-тырц-тырц. Но итальянцы не поймут. И Везувий меня не простит. А вот та звезда. А ее, кстати, с айфона не видно. А глазами видно. Удивительная вещь, да? Айфон не читает, а глаза читает. Вот. И там на горишках живут итальяшки. Или гостишки. Сегодня ночью у меня матерились американцы. И всякие слова на факов говорили. Но я как будто стукнула о дверь балкона. Они подумали, что вышел мужик типа в трусах. Сейчас двинет. На самом деле это была я. Маленькая мышка. Ну, сейчас я пойду на ресепшн. И сейчас... Они сейчас спать легли. И я сейчас ночь вместе. Сейчас я приду, скажу. И начну петь. Там типа, там, ой, завтра в опере у меня прослушивание, там, в эскузе меня. Да, спасибо. Купаться всем! Сегодня закрыта вечеринка, посвящена она моему отпуску. Мой день рождения продолжается. На самом деле я родилась 14 мая, но мой мужчина с красивыми ботинками вот справа, он решил, что 14 сентября прямо само то. Ну, потому что в командировках май, июнь, июль, август, сентябрь. В июле я ногу подвернула, а сегодня я уже могу плавать. Спасибо тебе. Спасибо тебе, дорогой. Мы идем к роялю, и там...